В «Антракте» одни зрители называют эту постановку киноспектаклем, другие – театральным кино. Вместо декораций здесь видеокартинка. Один отрывок и вовсе стилизован под немое кино, а периодически спектакль прерывается на выпуске новостей. Спектакль «Метаморфозы» – отчетный для выпускников Академии Никиты Михалкова. В таком необычном спектакле режиссер ищет новые возможности и оттенки актерской игры. Но главные метаморфозы здесь все-таки те, которые происходят с молодыми актерами в процессе работы под руководством мэтра отечественного киноискусства. Не только сценический опыт, а какое-то внутреннее желание больше стали, наверное, шире стали из-за этого. Не страшно стало как-то. Он нас видит, и даже если ты ничего не говоришь, через взгляд он нас понимает, все наши мысли, и понимает какие-то страхи, еще что-то, и уже каждому из нас находит свой подход, и вот это здорово, это, ну, я не знаю, с чем это сравнить, но... Ну, это счастье работать с ним. Свои страхи в этой работе есть и у Никиты Сергеевича. Оказывается, опытный режиссер боится не помочь актеру в профессии. Свою задачу Михалков видит в том, чтобы научить артиста работать при плохом режиссере. При хорошем, говорит, и табуретка что-нибудь сыграет. Вот зрителю прямо во время спектакля показывают видеоотрывок с одного из уроков. Хорошо, да, так? Нормально. Смотрите, у меня здесь есть что-нибудь? Ресничка есть какая-нибудь? Какая ресничка? Здесь вот это вот. А потом мы видим похожий момент на сцене. И зрителю не просто так показывают эту закулисную кухню. Перед началом представления Михалков извиняется перед залом. Не успели все отрепетировать, поэтому я буду давать указания актерам прямо во время спектакля. Никто не понимает, задумано ли так изначально. Но сам Никита Сергеевич словно еще один актер спектакля. И пусть на сцене он не появляется, но его голос узнают все. Ты понял меня, Саша? Метаморфозы состоят из рассказов Бунина и Чехова. Актеры свободны в выборе жанра. Здесь буфонада, гротеск, драма, комедия и трагедия. И это огромное поле для фантазии. Бунин и Чехов – это такая удивительная, такое невероятное сочетание бурлеска, юмора, тонкости, трагичности, иронии, сарказма такого настоящего. Скажем, в «Княгине», когда Чехов просто размазывает фарисейство и, так сказать, лицемерие. Ну, поэтому это интересно очень, это такое разноплановое, и тут есть все. Это спектакль-конструктор, а значит, его отрывки можно менять как угодно, а с поправками режиссера это всегда получается новая постановка. Оксана Понагушина, Алексей Заволов, «Объективно НТВ».